Лужа, Чача или ледяная дорога? Жители улицы Партизанская в Междуреченске видели разное. А, например, в декабре 2018-го оказались заблокированы. Калитка вмерзла в лед. Люди говорят, что невозможно проехать ни частным машинам, ни скорой помощи, ни такси. Бывало даже, что плавает по 5 домов по обе стороны. Сегодня этот район не сильно изменился. Но светлое будущее настанет. Когда? Узнавала Ксения Колбина. Вот такие кадры появились в сети, заперты в собственном доме, говорят жители Партизанской в Междуреченске. Вот такая калитка. И как через нее перелазить? Мы теперь заморожены конкретно. Это что, наша причина? Это не наша причина. Это мы, что ли, блин, тут воды налили? Откуда эта вода появилась? Это видео снимали в декабре 2018-го. Спустя месяц ситуация не очень-то изменилась. Ну, постоянно вот заливает. Сток идет через трубы здесь, садись со школы, идет сток. А так как трубы установлены были неправильно, вода уходит не туда, она намерзает. Ее надо постоянно промывать горячей водой. Она идет сюда, в калитки. И не только, это в этом году еще вовремя они спохватились. Ну уже как спохватились, пока это не вызвали. Вот. А так постоянно, представляете, вот кто-нибудь будет идти, налить, вот эта вся она будет здесь скоро. Вот это все закроется льдом. Естественно, я выйти не смогу нормально из калитки. Гараж затопит мой соседовский гараж. На время баррикады двери междуреченец нашел другой выход со своего участка. Через забор. Конечно, калитку из ледяного плена мужчина уже освободил. Но проблема не отступает. В циркашах так было и раньше. Вот кадры прошлого года. Видите, вот здесь у нас, вот он, лед. Вот это не лед, а вода. Вот она теперь уже там. Во дворе. Это началось с того, как это провели трубопровод оттуда, новый трубопровод. Потом у нас здесь был просто сток. Они свои трубы положили, все, дренажная, как говорится, вот эта труба, которая идет, ну, на сток. Они или неправильно смонтировали, или что, потому что это, ну, три года это точно уже идет. Как же решить эту проблему? Возможно ли избавить людей от воды? Июнь направил запрос в администрацию. Вот что нам ответили. Вы правы. Проблема существует. По информации руководителя ОБТС, капитальный ремонт дороги и устройство водоотведения от школы номер 11 запланирован только на 2020 год. Однако в зимний период текущего года очистка водопропускной трубы производилась уже трижды. Руководство ОБТС реагирует на каждое обращение жителей улицы Партизанская. Ксения Колбина, Игорь Докучаев, новости «Мой Междуреченск».